Всем привет! Друзья мои, мы приехали на ВДНХ. В этот павильон «Россия» или что там, «Достижение России». Сначала пойдем поедим, а потом пойдем посмотрим. Потому что знаковая история, на нее надо сходить. Вот такие дела. Люблю ВДНХ, когда музыка играет. Мы пришли к ВДНХ. Откровенно говоря, мы здесь бываем в это время года, конкретно в эти числа, каждый год на протяжении уже нескольких лет. Очень много людей сегодня. Обычно здесь нет столько народу. Откуда они все взялись? Мне кажется, на Россию на эту обязывают ходить, потому что очень много людей группами. А так, конечно, это мой райончик. Я здесь прожила очень много лет. Лет, наверное, и так, чтобы не соврать. 10, 8. Да, погода хорошая, правда, говорит девчонка. Зачем я говорила? Очень много людей. Откуда они все повылезли? В будний день. Очень много военных почему-то. Кадетов много. В общем, вход бесплатный. Но народу действительно много и очень много организованных групп. Потому что, видимо, обязуют ходить. Ну, в Москве, в принципе, водят детей везде, потому что вот вчера мы были в Дурово, там тоже был первый-второй класс, их привели маленьких, и вот они смотрели спектакль. Не знаю, как там насчет съемок. Что рамки там стоят, сейчас я буду звенеть. Это просто труба с такими вот, как сказать, не то, что это выставка, это интерактивная труба, которая рекламирует наше чудо-государство. Что у нас есть? Круто на самом деле. Василий, смотри, это вот в России. Вот справа есть такое надувное, непонятно что, и все идут в ту сторону. А вот есть карта, мы сейчас посмотрим, что же там.
Да, вот за этими белыми надувными штуками там павильон... Арки, ладно. А, там павильон региона России. Вот, куда мы идем. А вот тот павильон номер один, он тоже должен работать, но тоже не работает почему-то. Вот этого павильона тоже не помню. Его тоже построили. Удивительно. Потому что тот-то павильон, я знаю, это рабочий колхозник, он всю жизнь был. А вот этот я не помню. На самом деле здесь все так достаточно неплохо организовано. Куча всяких волонтеров, полиции и всего-всего. Армия, дети. Вот, пожалуйста, какой-то есть павильон. Пойдем в павильон армии детям. Интересно, мне кажется, там будет. Василиса нашла какое-то сердечко и будет что-то писать. Напиши. Спроси его у девочек, они тебе расскажут. Пойдем посмотрим, что есть в Липецкой области. Интересно. Мы не были в Липецке еще пока. У нас есть чему расти. Тверская область. Ой, смотри, поезд. Смоленская. Лебедь. Смотри, какой красивый. О, макет. Это макет чего? Макет? Какого-то парка. Ну что? Макет какого-то парка. Не надо стекло только трогать руками. Что это? Новгородская область. Пойдем посмотрим. Мне даже интересно найти Брянскую область. Что же у нас такого хорошего? Ух ты, смотри, что можно делать. Что-то можно делать песком. Куда я поняла? За руки с квадратами. Что тут делать? Цветочки нашли. Белгородская, даже есть какой-то Владимирская область. Вон Брянскую нашла я, пошли вместе. Воронежская область, столица мультипликации. Последний мультфильм у нас интересуется именно здесь. Что вы захочет программу сделать? Да, мультик мы. Ой, Василий, смотри, какой красивый дракончик у них с лапами. Это Бакальчики. Ярославль, Ярославская область. Волга, Волга.
долго. Производит тут как раз двигатели ПД и 8, да, и ПД-14 тоже тестирует в этом городе. У нас есть в Брянской области песочница. Откуда-то у нас какой-то квадроцикл непонятный. Что еще? Дворец единоборств построили. Василиса, помнишь его? Что он так на картинке-то красивее выглядит. Еще гусь какой-то ходит. Гусь есть. Один остался живой, остальные купили, съели. В общем, есть чем гордиться, земля. Это что такое, Василис? У нас есть еще какой-то древний троллейбус без окон, без дверей. А как там люди на бежку ходят? Это зеркало. Что это у нас? Рязань красавцы, смотрите, какая. Ух ты! А мы продолжаем наши. Ребята, на вас даже писали. Ты тоже хочешь? Да. Ну подожди, сейчас закончат они лететь. Летела тоже. Национальный, видишь как? Это что? Сети Осетии. Северная Осетия, Алания. Можно посмотреть в виртуальной реальности, что ли? Дагестан. Смотри. Это барашки. Какие коза? О, смотрите, как они сделали красиво. Как будто улица. И для общего фото. Встаем. Ингушетия. Я не знаю, что там.
Короче, мне как-то надо сюда ехать. Они выходят. Да, вот термопласт, вот сейчас не работает, но вообще прям Донбасс, сердце России. Казачий Кубинь. Самые большие стенды. Здравствуйте, садитесь на... Тут пришла какой-то конструктор собирать из Севастополя. Дочь, как что ты будешь собирать? Смотри, тут детали. Вот надо собирать вот такое. Вот как он должен собран быть, видишь? А вот здесь уже потом пошло второе, третье, вот первая деталь, вторая деталь. Вот их надо так собрать. Я выдаю две анкеты на участие в розыгрыше, также тут на карте покажу, где можно купить конструктор на территории ВДНК. Мишка там собрала что-то. И как территория для развития. Здесь начинается родина. Верблюд! Верблюд! Это что у нас? Область какая? Красивый, да? Калмыкия. Все супер. Вот, Волгоград. Я очень хочу в Волгоград. А что это за город? Это город Сталинград. Весной у меня была идея поехать. Не знаю, как получится. Сражение Второй мировой войны. И я думаю, не стоит объяснять, что это за памятник. Родина-мать, которая стоит на Мамаеве в Кургане. И я люблю говорить... Это что-то Москва, наверное. Это дом моды какой-то. Снюс-карта. Можно составить Россию. Москва, современная столица. Очень много всего интерактивного. Смотри, там космос веселится. Космос, космический кораблик. Ух ты! Тут можно побыть репортером. Смотри, Василис, можно побыть репортером. Хочешь побыть? Смотри, сесть вот с этим, с микрофоном. Что еще? Чайки летают, чай! Ух ты, это какой-то самолет. Может, как-то стан. Республика Башкортостан. Мэриэл. Ух ты! Ты
нас все меньше. Мы уже так не очень останавливаясь везде. Здесь есть где-то, выставка-продажа. Я просто хочу посмотреть порядок цен. Какая красивая лисичка. Вообще из камушков. Огромнейшая на Камчатке. Я тоже хочу. Что у вас? Я хочу туда. А долго это интересно? И вот на одном из следующих вулканов сейчас не спешите, заглянем туда. Ну, поехали. Конечно. Смотри, мамонт. Это так называется. Мамонт. Давай сфоткаемся. А нет, это нельзя. Ну давай. Только туда к нему нельзя. Это что у нас? Ганс. Его работает. Не очень понимаю, что случилось. Почему они так расположены? Ганская тут.
такой смешной, что такое. Мне кажется, сразу видно те стенды, которые делались прямо от души. Так много всего. Какие-то, как вот там, совсем маленькие. Время какая-то выставка моды. Кузбасс. Есть очень много разной одежды. Мне кажется, что это реклама чего-то. Реклама какого-то модного якобы дома. Получается Б. Республика. Смотрите, какая красота у них. Это у них столько всего растет там. Активы, конечно, очень много, что хочешь, то и сделай, катайся на велосипеде, смотри вокруг пейзажи какого-то края, хочешь, летай в очках, хочешь, смотри всякие интерактивные штуки, можно даже тут покушать, можно идти по таким дорожкам разноцветным, можно фотографироваться, можно... Вологодская область. Тоже родина. Смотри-ка, Василиса там играет настоящий музыкальный инструмент. Итак, друзья мои, мы выходим с выставки «Россия». Впечатление очень такое неоднозначное, но посетить ее нужно, наверное, потому что это, конечно, огромный проект с огромными затратами и просто нереальным вливанием инвестиций. Там, мне кажется, не знаю, сколько она стоит, но это очень дорого. Поэтому, если да, если у вас есть возможность, сходите. Сказать, что прям вау, понравилось, ну, не сказать. Но... Ничего, провели время весело. А теперь домой, кстати.
не люблю площадь Киевского вокзала. Но вечером здесь красиво. Пойдем посмотрим туда. Быстренько. Москва вообще, конечно, красивая. Особенно вечером. Красиво? Очень классно. Или для того, кто не успел съездить на Красную площадь. Очень красиво.